У вас тут запрещенное, что имеется, оружие, наркотики? Ничего нету. Здесь пока даже стройки нет, просто огороженная территория. На месте полицейские находят 9 человек. Все они приехали из Узбекистана. У них проверяют регистрацию, патенты, жить на стройке они по закону не могут, значит, нарушают правила пребывания. Такие случаи – не редкость. Было возбуждено уголовное дело по статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан в месте пребывания. То есть рязанец, будучи гражданином Российской Федерации, по месту своей регистрации поставил на фиктивный учет иностранного гражданина, который там никогда не проживал, вот, и не собирался там проживать. Своего личного имущества там не имел. Данное деяние он совершил за денежное вознаграждение. Регистрацию по месту жительства делать необходимо для того, чтобы в случае ЧП полиция могла проверить, где находится прибывший из другого государства человек. У нас непосредственно выявляются кражи там из больших торговых центров, каких-то продуктов питания, там техники какой-то. Вот. И в ходе их, когда их начинают, ну, задерживают после того, как они совершили данное преступление, их начинают пробивать по базам. Да? Там устанавливается место их временной регистрации. Когда устанавливается тот факт, что они по данному факту не проживают, наши сотрудники участковые начинают разрабатывать, как бы собирать материал по фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Между тем, за фиктивную постановку на учет придется отвечать арендодателю. Законом предусмотрены штрафы, причем платить придется за каждого зарегистрированного, но не проживающего иностранного гражданина. Дина Ислева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».